Четыре десятки инженеров и научных работников «Алроса» развивали способности в области изобретательской и патентной деятельности. Семинар проводил технический отдел компании. Два дня участники изучали порядок создания и внедрения научно-технических разработок. Получили практические навыки по анализу технических решений. Полученные знания проверили в формате квиза. Это прежде всего научные работники Института «Якутнепроалмаз», работники геологического комплекса компании. Можно, наверное, сейчас сказать, что это несколько десятков человек активных изобретателей и большое количество людей, которые помогают, которые сталкиваются с этим в своей работе или там обеспечивают внедрение. То есть в этой деятельности в целом вовлечено, конечно, много людей. Сегодня в «Алроса» работают десятки изобретателей. Они совершенствуют технологические процессы, разрабатывают новые способы добычи и обогащения. Благодаря их решениям «Алроса» ежегодно получает эффект более 200 миллионов рублей. Ежегодно компания становится правообладателем более 20 объектов интеллектуальной собственности.